Было все норме на тебе. Сейчас, минуточку, ребят. Надо все-таки поправить. Что это за дела? Нельзя войти в аккаунт. Меня просто не пускает в аккаунт. Ребят, ну я тогда не знаю. Может, мой канал забанили за что-то? Мне сложно сказать, в чем причина. Будем разбираться тогда позже. Блин. Будем с Твича, значит, тогда брать запись, если что. Снимаем ответку. Ага, снял ответку, а бить не можешь. Молодец. Опять спешка. Давай на всякий случай ответку. Не надо было снимать. Ну ничего страшного. Забираем город и тут улик. Тут сходу улик, ребята. Но мы его не можем взять, да? Угу. Не дотягиваемся. Будем брать, значит, на следующий ход. Тогда ГМчик ставим. Это раз. Хотя, не, все-таки больше пользы было бы от таверны. Ладно, раз сели пополнять ману, будем пополнять. Мне кажется, неправильно я сделал. Это мы уже к сопернику поближе подбираемся. Если мы сюда сели, то переодеваем сапож. Хотя для пополнения маны так маны больше пополнится. Но мне мувпоинты, наверное, важнее все-таки. Вэй, давай я тебя запущу сюда, спрячу. Разгон есть, да?
Да, ребят, жаль, что Ютуба нету, согласен. Там надо проверить вообще канал живой или нет. Потому что может быть кто-то кинул страйк и все, и забанили канал. Кто этих ютубовцев знает? Склеп дракона, вот нечего делать, построим. Блин, ну тупанули мы, конечно. Единственный параметр... Фух, я посмотрел в мощь армии там больше, потом вспомнил, я же в городе оставил свою армию. Не переходит на канал и все. Какая-то лажа. YouTube, как обычно, выделяется. Нравится им быть на виду и в центре внимания. Кстати, с помощью дубины можно все-таки поднять атаку до нужного уровня. Так, ну уточек сейчас станет минимум на 4 больше. Тогда будет 23. Ну а максимум на 12. Тогда 31, что было бы... Лучше всего, понятное дело, потому что размер любой бы брался сейчас. Почему драконов и гидр не строишь? Их же можно в костяных превратить. Ну, чтобы мне построить гидр и остальных... А где мне строить гидр? У меня ни одного болота нету, если честно. А если обычных драконов, то тут сначала форт надо поставить. И потом убить больше недели на то, чтобы поставить драконов. То есть целую неделю заниматься, чтобы получить несколько дракош потом. Ну, не знаю. Мне кажется, это уже лишнее. Кольца, конечно, под скелетов зашли. Лучше некуда. Даже если предположить, что здесь просто 1000,
И 8 здоровья, это 8000 хп. 8000. Чем его убивать? Вот представьте, даже наших взрывов нам нужно было бы 4. 4 раунда потратить, чтобы выбить этот стек. Нишек, да, легко построить, согласен. И, в принципе, этих города 2. Поэтому, в целом... Вот насчет мишек я согласен, можно даже и заморочиться. Но это будет как запасной вариант, если соперник решит все-таки бегать от нас. Что исключать ни в коем случае нельзя. А про другие сценарии? Ну, в других, да. Но опять же, по ситуации надо смотреть. Нет смысла строить все города. Надо смотреть, что для вас выгодно. Потому что вы можете строить все города, а потом в итоге не будете успевать, во-первых, достроить их до нужного уровня вовремя. А во-вторых, армия будет, а золота на скупку не будет. Угу. То есть соперник был все-таки здесь, получается. В метро вбегать будем. Но это будет позже. Давайте все-таки пойдем путем, который вы предложили. Что-то я хотел еще личей забрать, да? Личей. И все. Нычка не отбита. Эта нычка тоже не отбита. А, вспомнил. Вспомнил, что я хотел. Я хотел поставить здесь тавер. А, блин, не получится. И так максимум героев. Ну, короче, вывести отсюда Аджоры, тоже превратить потом. Крылья. Некро. И, наверное, пока все. Красный шар, я думаю, дальше можно. Его я с меньшей вероятностью буду использовать. Не-не-не-не-не. Стопямба. Лича не отдам. Отлично, 8 вив. Повышалочка на атаку. Потом сюда. Так вот. Или же на удачу сделать ставку.
Да зачем мне же те эликсиры здоровья, у них и так все замечательно. Так, Десса. Мне будешь нужна рядом, потому что на разведку будешь вбегать именно ты. Дальше берем Димера. Именно Димер должен будет вывозить отсюда. Малекит, ты следующий в цепи. Дальше Андра. Затем Кси. Тебя мы прятать хотели. Да-да, я в курсе, что плюс 25 здоровья. Но нежить и так растет в размере. Куда им? Вроде все. Так, предварительно. Не знаю, золота очень много. У оппонента, в принципе, тоже. О, кстати. Тоже есть немножко. На подвоз. И давай туда. Кстати, а я так и не сбегал вниз, не зная, что там. А зона наша. Скажите, а каких надо стрелков, чтобы превратить в снайперов? Эльфы. Можно их превратить. И... кто-то из башни. Не, стоп. Эльфы и стрелки, по-моему, из Касла. А в чародеев можно превращать монахов и магов из башни. По-моему, так. Почему очень часто не берут навык удачи и лидерства? Потому что боевой дух можно и без лидерства поднять. Для этого достаточно просто артефактов на плюс боевой дух собрать. То же самое относится и к удаче. Можно артефактов на удачу собрать. А больше чем плюс 3 удача быть не может. Больше чем плюс 3 боевой дух быть не может. Вот и решайте сами, надо или не надо. Плюс удача, она не всегда срабатывает. А как повезет, вы только шанс можете увеличить. Точно так же, а ну хотя не, лидерство, оно работает всегда, но мораль, которая срабатывает благодаря лидерству, это тоже как повезет. Поэтому это навыки, на которые нельзя положиться на 100%. Это просто, знаете, как игра в лотерею. Вот если хочется попробовать, то можно. Но в таких случаях обычно о скилле не идет речь. То есть повезло, хорошо, не повезло, но повезет в другой раз. Чудище.
давай сюда. Чуть-чуть не хватает. Малекит, тебя есть смысл, наверное, спрятать, но не совсем. Тут, кстати, тоже чудище. Двенадцать, 13, 22, 17. Крылья, нормальное колье, и вот таким вот образом. Так, сорянчик, ребят, отвлекли. Пробиваемся. Радует, что оппонента здесь не было. А зона-то наша. Та самая. Нужен герой-дракон. Такой чернокожий. Вот если он у вас будет, этот герой из компании, тогда можно загрейдить в снайперов. Точно так же... Ой, в этих чародеев. А для снайперов нужен Джелу. Тоже герой из компании. В общем, и в первом, и во втором случае ищите героев из компании. Есть плагин, который их разблокирует. И на них можно играть на быстрой, ой, на случайной карте. Давайте пробьемся. Я не буду заморачиваться даже чересчур. Не Крим, не Крим, еще раз не Крим. Один шаг, да? Десса, а ты что скажешь? Тоже нет, да?
А этот бедняга сидит и ждет. Ну, город, значит, будет забирать Десса. Потому что нам надо ехать дальше. Так, эти все по местам, да? Не забываем. Вот. Или все-таки на удачку будем делать? Плюс 5%. Наверное, хуже, чем вот так. Как по мне. Почему Исра или Ведоминой не играете? Ну, потому что мы играли рандомными замками и рандомными героями. Ни Исра, ни Ведомина мне не пришли. Но даже если бы пришли, я бы все равно играл через Танта. Потому что ни Исра, ни Ведомина обычно на второй неделе не в состоянии ломать утопии, а Тант это делает легко. Потому что у него усиленное заклинание поднятия нежити, под ним оно работает сильнее всего. Плюс под него не надо строить гильдию магов до третьего уровня, у него оно уже есть. И плюс это маг. Исра и Ведомина, они в целом уступают таким героям, как Тант и Галтран. А вот дальше уже после Танта и Галтрана идут, конечно, такие ребята, как Исра, Ведомина, Сандро. Кто у них там еще есть из таких серьезных? А, Айслин, конечно же, Айслин. Тоже топовая. Особенно на маленьких картах Айслин красоту творит. Сколько скелетов. Так это у меня городской портал еще не работает, потому что играем по правилам портала Heroes World. Если бы работало, то за 4 недели мы бы с вами еще больше имели. Но статы, конечно, серьезные. Что там у нас с Ютубом? Пока соперник ходит, можно попроверять. Быстро начал ходить оппонент. 13-13 стало. Особых движений я не увидел. Возьми уточек и на уточках слетай туда.
улик. В таком случае здесь таверна. Так, и мне надо кого-то спрятать. Блин. Как же вас много. Давай-ка, Геон, я тебя вообще удалю. Может и побольше надо было армии взять. То есть танк самый топ? Нет. Еще Галтран. Но если карта маленькая, тогда Айслен. Айслен и танк на маленьких. Что ты будешь делать? Ну, разделились. Наконец-то. Так, теперь все наверх, да? А мы сейчас с верхнего попробуем с вами разобрать. Но, правда, уткам досталось все равно. Поиск пути. Кстати, здесь еще одна утопа и, ребят, мантия. Утопа и мантия. Ну, ради такого придется возвращаться. Так, это маленькая. Все, значит, возвращаемся. Так, так. Что они здесь охраняют? Мантия равновесия. В принципе, можно по пути ее зацепить. Тут со снятием ответок поработаем. Да, удачно зашли. Как еще сюда соперник не попал, я не знаю. Потому что эта зона уже отдаленная от меня. В принципе, это еще моя зона считается. Ну, одна из моих семи по шаблону. Удачка сработала. Вот вам его тот кулончик на удачу. Четвертая скорость против четвертой. Давайте я дам замедление. Чтобы наверняка. И вот он, экспертный воздух. Теперь мы к финалке лучше готовы.
Вся магия третьего уровня. В Пандоре. Двоечка. Запоминаем. Личей из брилий и скелетов. Снимаем ответку. Снимаем ответку. Поднимаем лечей. Блин, ну под прожик нельзя. Все на скелетов накинулись. Ну, оно и к лучшему. Ну вот и все, кажись. Кажись, все. Не, пусть такая, в этой мы только ману будем пополнять. Теперь у нас Шакти модником стал. И то ему не так, и то ему не так. Все, тогда потихоньку назад. И давайте, давайте что? Сделаем вот так. Сделаем вот так. Не, вот так. Даже ближе к финалке. Ну да. А, стоп. Мы сюда что-то везли, но не довезли. Вот что мы везли. Ой, да всех. 70 скелетов. И один костяной. Так, это Мариус. Мариус отлично заскакивает сюда. Здесь герой сюда не доезжает на Андру, но не страшно. Тут даже мы вот так вот сделаем. Сюда. А грейдить я не могу, да? Типа дерево надо. Спасибо за подписочку, Флиппер. Меняем дерево. Во втором городе что еще не хватает?
20 кристаллов. 7 кристаллов надо. Ладно. Раз, два. Раз, два. Блин, дорого все. Так, тот город. Да. Ой, а мы птиц хотели, а в итоге чудищ грейдинг. Ну ладно, пусть будут чудища. Только теперь на них золота не хватает. Значит, их подвезу позже. И тогда давайте возьмем разгон. Просто разгонимся. Ты сюда. Димер дальше. В цепочке Десса назад. Чтобы цепь была рабочая. Так, по поводу пассис. Тебя вообще можно спрятать. Тебя мы пока вот здесь спрячем. Может, еще пригодишься. Так, еще раз главного героя перепроверяем. Делаем единички. Мувпоинты мошним. Остальное все вроде надето из основного. Неправильная категория игры. А куда меня Twitch поставил? Давайте посмотрю. Heroes and Castles. Да, ребят. Вообще не то. Сейчас будем менять. Все, спасибо, ребят, поменял категорию. Ты же собрался личей поднимать. Так а я их и так вроде поднимал. Ой, оппонент пришел. Что тут по армии? Фух, ангелов мало. Я думал, ангелов будет много. Не. Ангелов мало. Сейчас еще тут подвоз будет. Сам пришел, по сути, да? Маны 331. Можно было бы пополниться больше, но думаю, что все. Так, где там наши чудища? А что не хватает? Кристаллов, что ли?
кристаллов. Грейдим еще одного. Грейд птичек, ну никак сейчас, да? Просто никак. Хотя я не уверен, что мы птичек в принципе использовать будем. Отлично, на Димера. Димер на Дессу. Костяной дракон нам не нужен. Так, давай сюда. Блин, здесь стену знаний. А хотя зачем мне стена знаний? Она мне не нужна. Одеваем. Одеваем. Пока что так. Как раз после утопы появился он. После нашей, конечно. Так, 1200 скелетов. Максимально поднимаем силу магии. Ух, моща. Или максимально защитимся от магии. А, кстати, да, колодец же рядом. Блин, колодец рядом. А мувпоинтов хватит. Мне надо вот такую шапочку одеть. Тогда 540 маны будет. Он мне преградил колодец, видите? Я, конечно, могу под крылышками попробовать. Под крылышками, да? Будет 500 маны, в принципе, тоже немало. 500 маны. Потом одеть то, что мы хотели. Привет, лорд некромансер. Как бы нам тут стать? Пусть будет так, ладно. Пусть будет так. Поехали. Первый ход за ним. Или там тактика? Я крылья не снял? Серьезно? Блин, если крылья не снял, это плохо. Ну, конечно, это всего лишь минус 2. А, снял. Все хорошо тогда. Пятьсот маны против 432.
Взрыв на 2025. Взрыв на 2025. Ну, я предлагаю, что сделать? Сыпнушкой, может быть, пройтись по его армии. Так. Если бы играли без правил, у него хорошие шансы были бы на победу, потому что элементалисты с большим шансом дипломатию качают. По сути, сам себя с серьезных таких преимуществ лишил. Но он, конечно, не знал, что ему Гриндан придет. Тут уж да. По скелетам. Сразу по двум стекам. Вперед. Остальные страхуют. А, с опозданием. Задержка большая, да? Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Привет, Space Corrector. Да, есть задержка, но бывает больше, бывает меньше. Начинается раунд 2. Опять взрыв пошел. Что тебе опять сыпнушку организовать? Да я даже подходить не буду, смысл. И так в одну калитку идет. Ну тут и так ГГ ему.
Он это и сам понимает. Взрывами решил закидать. Эх, друг, друг. Можно его было бы добивать, но мы попробуем минимизировать свои потери. Мы поднимаем больше, чем убивает его взрыв. Да, я и говорю, что это взрыв. Ой, взрыв, говорю, ГГ. Все, соперник сдается. Пятьдесят одного скелета подняли. Вот такая вот партия получилась по итогу. Ну а взрыв, интересно, где он получил? То ли тоже КЗшка была. Вот опыт больше раздобыл. 3 или 4 вроде. По итогу. Одну взял на этом ходе как раз. На статы была. Соперник говорит, как раз шел к этой кутопе. Прям перед носом у него забрали. Ну, в одну калитку, но это из-за того, что он по темпу просел. Изначально темп у него был выше. Статы тоже, в принципе, на равных он с нами шел. Мне приходилось догонять, догонять, и в итоге перебегали его. Ну, наверное, на сегодня это все. Еще одну партию начинать — это долго. Очень сильно выматывает ночной тролль. Намного не хватает. Ну что, спасибо, ребятки, что были на стриме. За ваши подсказоньки, комментарии. Ну а насчет турнира чуть попозже в группе ВКонтакте. Я думаю, определиться, что, как, когда. Норм каточка даже, несмотря на то, что я под конец пришел. Ну да. Не, в целом интересная, то есть интрига была до конца. Сначала у него было больше городов, он там темпанул. Я засиделся, но я намеренно, правда, засиделся. Там было ради чего оставаться.
Потом мы начали догонять его по темпу, вроде по статам, чуть-чуть там буквально на 1-2 уровня были впереди. Ну, даже не уровня, повышалки, будем откровенны, я просто повышалок много собирал. Но потом мы строим таверны и видим, что мощь армии у него больше. Потом пришлось немножко поработать, чтобы его перемошнить. И вот после того уже как бы все дальше и дальше отрывались от него. Но опять же, если бы он не взял утопию, то интриги, наверное, не было бы. А так он несколько утопий тоже успел забрать. Он как раз и писал только что, говорит, ты больше утопий нашел и все. Обязательно приду на следующую. Давай, забегай обязательно. Так, ну а на ютубчик тоже я повтор, наверное, сейчас скачаю и поставлю заливаться, чтобы ребята с ютуба тоже досмотрели. А то на стриме смотрели, а досматривать уже возможности не будет. Все, ребятки, всем спасибо, пока, до новых встреч.